Самый знаменитый уфимец? Я. Родов. Не знаю. А, есть исполнители, но можно взять и Земфиру. Насколько я помню, Андрей Губин тоже у нас уфимец. Вот. А ты что скажешь, Анют? Ну, Земфира, наверное. Земфира. Муртаза Губайдулович, Рахимов. Президент. Президент Рахимов. Наверное, Радик Юлякшин. Элвин Грей. Вот. А почему? Потому что он поет красиво. Я, как я знаю, он уехал, это в Москву, он же там сейчас живет. Вот, как бы представляет Башкирию, он же из Башкирии получается. Тяжело сказать, много таких. Молдашев, мне кажется. Ну, признанный авторитет от медицины, от науки. Свой центр у него есть научный, разработки. Постоянно на телевидении приглашают его в разные передачи. Хоккеисты некоторые, Евгения Машко от шоу-бизнеса у нас известная. Как-то так. Не знаю. А я вообще гость города и не знаю. Салават Юлаев, наверное, правильно? Да. Если я Мустай знаю, Карим. Да. Юрий Шевчук. Вся Россия знает, певец. Ну, это певица, она мне очень нравится, я ее слушаю. Радулов, вот. Мне кажется, вратарь. А он разве уфимец? Не знаю, но то, что играет за Салават Юлаев, поэтому, мне кажется. Я, как вам сказать, я не местный, я не знаю. Может, вы знаете? Вот... Ну, я знаю, что здесь очень, как вам сказать, вот президент очень хороший человек. Всегда, где этот, он там бывает, всегда помогает. Антипильстрем. А я не местный, ребят. Я не местный. Салават Юлаев, наверное, я не знаю. А кто самый знаменитый уфимец на ваш взгляд? Не знаю. Елена знаю. Лукманова. Почему так считаете? Модельное агентство у нее свое открыло. Зачем меня снимаете? Не знаю. Рахимов. Почему? Потому что бывший президент. Я даже не знаю. Наверное, Сердар Камбаров. Это визажист. Ну, сейчас был юбилей Мустая Карима. В принципе, известный человек. А, ну, кто еще? Наверное, президент наш. Да, почему? Потому что я люблю свою столицу, свой город, Уфу. По-моему, Кличко. Кличко? Да. Да? Ты как считаешь? Ну, тоже Кличко, наверное. Салават Юлаев. А почему это считается? Ну, история. Все этого придерживаются. По поводу этого много названий в его честь. Самый знаменитый для меня женщина, мастер производственного обучения Наталья Ильинична. Мастер училища номер один. Не могу даже на этот вопрос смотреть. Салават Юлаев? А почему? Емельян Пугачев, банда, бандиты, что-то типа того, не знаю. Ну, наверное, все-таки Хамитов. Если как уфимец смотреть, ну потому что он президент республики, я думаю, самый известный. Я не знаю. Мустай Карим. Это не я. Президент в первую очередь. Не знаю, Елалов, наверное. Мустай Карим. Ой, понятия не имею. Самый знаменитый уфимец Рудольф Нуреев, кажется. Почему? Ну потому что он известен во всем мире.